Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. И сегодня я буду снимать влог такой обо всем и ни о чем. Я сейчас еду по поселку. Вот, и хочу, пока еду, с вами немножко поболтать. Я сегодня с утра, у меня порыв нежности был, можно так выразиться, наверное. Думаю, надо сыночку какой-нибудь свежий супчик сварить. Он меня просил тут с макарошками. Все бросила, можно сказать, сварила ему супчик. А он мне звонит и говорит: мамочка, ты знаешь, у меня дела, мне нужно сегодня на продленку остаться. Вот так вот, вот он, порыв нежности, да? И меня, кстати, как-то спрашивали, не хочу ли я дочку себе, то есть третьего ребенка. А вы знаете, девочки, честно скажу, что дочку хочу, но ходить беременной и рожать я не хочу. Ой, ужас. Даже не столько рожать, сколько, наверное, ходить беременной я очень сильно не хочу. Потому что у меня каждая беременность – это какой-то кошмар. Я ни разу ей не наслаждалась. Я отекала, у меня изжога. Ну, токсикоз, понятно. У меня токсикоз был только с младшим сыном. Ох. Ну, в общем, у меня еще пониженное давление. И кофе пить нельзя, ничего нельзя. В общем, нет. Ну, в ближайшее время точно нет. Точно. И еще, если мне кто-то 100% сказал, что Наташа, третья у тебя 100% будет дочка, тогда да, тогда я бы пошла. Но так как я на 98% уверена, что у меня будет третий мальчик, вот, то я, конечно, да. Вот. А с четырьмя мужчинами в доме жить я как-то не хочу. Мне трех хватает вообще. Вот просто вот сегодня. Прилив нежности, всякое такое. А у него дела. Вот. И, кстати, как-то что-то я задумалась, думаю, вот оно, что меня ждет. Всегда буду ждать, когда сыночек позвонит. Один, второй. Позвонят ли вообще, да? Ой, да. Вот. Но нет, третьего ребенка не хочу. В ближайшие 5 лет точно не хочу. Хотя мне будет уже скоро 34 года. Вот, но в ближайшие 5 лет нет. Мне надо, кажется, дойти от этого пеленок распашонок. Вот. Ну, в общем, сейчас я еду забирать, получается, с продленки своего старшего сына. На обратном пути заберу младшего. И мне еще нужно получить посылки. Одна из них с сайта Фармакосметика. Да. И вторую какой-то муж попросил получить. Блин, у нас так темно. Смотри, ужас. Вот, сейчас выйду на трассу, и я перестану снимать. Потому что вы за меня переживаете. Я дико извиняюсь. У нас все время темно. Я не знаю. Я не знаю, когда мне снимать вообще. Сейчас время 3 часа дня. Пол третьего. Нет, 3 часа. Да, 3 часа дня. И вот темно, как будто уже вечер. Хотя уже скоро весна. Покажу потом, что получила в посылках. Кому-то мужу надо получить. В общем, ладно, уезжаю я на трассу. Встретимся чуть позже. Забрала своего сынуку со школы. Вот, и получили, мы с ним сходили посылки. Вот у меня две огромные тут. Да, сыночек мне помог их нести. Одна из сайта Herb, а вторая с сайта Фармакосметика. Так что приедем домой, сейчас все открою и покажу вам. А можно это? Что ты посмотришь? Что мама заказала? Мама косметику заказала. Что мама еще может заказать? Да первый вот этот маленький, вот смотри, это... Ну, в общем, мы едем домой. А еще у меня появилась трещина на лобовом стекле. Это вот муж пометку поставил помадой, чтобы посмотреть, насколько она становится больше. Говорит, он туда попал камушек, и из-за этого вот такая вот у меня история тут. А лобовое стекло вот это у меня с обогревом, поэтому менять его дорого, одним словом. В общем, теперь езжу вот с такой трещиной, причем я даже не знаю, когда у меня попал этот камушек. Я его вообще... То есть сели в машину, смотрим, трещина, причем она была вот до сюда аж.
А я когда ехала, трещины не было. В общем, вот такая вот история. Так что еду теперь с трещиной. Да, вот муж говорит, что маленький камушек, сын подтверждает. Вот, так что езжу теперь вот с такой трещиной. И вот так вот, видите, у нас пасмурно и сыро, на улице 4 часа дня. Вот так вот у нас. Ну ладно, едем домой. Мама, я сейчас дома попробую вот это. Конфетку тебе дали. А зачем тебе конфетку дали? У кого-то было день рождения? Нет. Нет? У нас сегодня был день рождения. Зовут этого мальчика Филипп. Угу. И он раздавал кексы. Я один кекс съел. Ужасно. Вот такой он мне сделал младшенький. Рукавичку. С цветочками это? Да. Цветочками из пластилина. Умничка, да? Mm-hmm. А второе у меня что-то написал? Математику сегодня контрольную написал на пятерку. Да? Да. Умнички мои. Радует маму. Да? А я увидел, что здесь твоя машина одна стоит. Да? Да. Я тебя кексы взял. Давайте. Там остались немного, я второй взял. Мы уже приехали домой, да? Кто-то да. Чупа-чупс жует. Да. Вот, и сейчас покажу, что заказал. Первая у меня посылка с сайта Фармакосметика. Так, значит, здесь у меня это что? Это оксид я заказала. Так, это не совсем с сайта Фармакосметика, это с сайта... Soul Color называется, это во вкладке, где фармакосметика, там есть Soul Color, как-то так называется, и там продаются всякое профессиональное для волос. Так, это у меня оксид 3% от марки L'Oréal, потому что я заказала на пробу краску, вот такую, значит, у меня... маме и себе. Так, вот такая. Это у меня оттенок 7.0. Это для мамы. Она выбрала. И оттенок единичка черный. Это для меня. Так, а мамы 7.0. Это у нас базовый. Я не помню, какой это цвет. В общем, это светленький цвет. Вот. В общем, попробуем, потом расскажу. И также, как все хорошо запаковано, я заказала вот такой кондиционер, стабилизатор цвета, как раз использовать его после окрашивания, который использовать нужно после окрашивания волос. Единственное, что там на сайте написано, что упаковка не очень твердая, и поэтому могут быть повреждения вот этой упаковки. Видите, я специально положила вот такой пакетик. Но так как мне недалеко везти, скажем так, то я решила заказать. Так что вот такие покупки были с сайта Фармакосметика, получается. Вот на 3217. Вот, пожалуйста, краска 903 рубля, оксид 1000 рублей и вот этот кондиционер-стабилизатор 399 рублей. Вот такие вот у меня были. Но никаких подарков там уже нет. Ну, давайте следующую посылку. Это Сахёр. В этот раз она дошла до меня очень быстро. У меня помощники. Я, как говорила в прошлый раз, заказала с мамой вот эти чипсы, которые понравились. Понравились вам эти чипсы? Да, они особенно желтые. И вот такие зеленые. В общем, ну, на самом деле они все одинаковые по вкусу, но говорят, что разные. Вот. Да, немного жёлтые. В общем, снова купила эти чипсы. Дальше я взяла вот такую шоколадную пасту. Вот такую вот тоже попробуем сегодня. С шоколадной, с ореховым. Вроде бы по отзывам писали, что она очень-очень вкусная. Будем пробовать? Да. Да. Я взяла, я вам уже как-то говорила, что у меня мама просит маргарин. Вместо маргарина я взяла вот такое масло.
вот я его распаковала, вот такое масло, это из молока буйволиц, которое пасутся на лугу. Оно также содержит холестерин, но оно намного качественнее и полезнее, чем обычное масло, и видите, не без ГМО, и маргарин. В общем, его для тостов, для жарки, еще для чего-то используют. В общем, я вам ссылки тоже все оставлю. Переходите, посмотрите. И сейчас мы все это тоже, кстати, попробуем. Так что я вам расскажу. Так, дальше я взяла вот такие еще на пробу. Вроде бы тоже были хорошие отзывы. Это какие-то снеки из водорослей, по-моему. Вот, с орешками. Должны быть тоже очень вкусные. Правда, их здесь немножко. А дальше я повелась на всеобщее, скажем так, ажиотаж по поводу семена чиа. Хочу их, ну, и маме, и себе, наверное, вот как здесь написано, в кефирчике или в активе. В общем, посмотрю. Ну вот, тоже хочу попробовать их. Никогда, кстати, не пробовала, первый раз, но говорят, что на Хёрбе они лучше, чем продаются у нас в магазинах. Так, и, конечно же, я сделала этот заказ ради вот этой маски, которую я вам говорила. Вот та фиолетовая мне нравится, я продолжаю ей пользоваться. И сейчас взяла вот эту вот, которую я вам говорила, с тыквой, которую вы же мне очень сильно рекомендовали. Она очень, говорят, хорошая. В общем, обязательно ее попробую, наверное, сегодня вечером. Это гликолевая с тыквой. Вот. Так. Дальше я взяла вот такое масло. Тоже у него очень хорошие отзывы. Масло шиповника. Извиняюсь, сейчас я... Вот так вот оно выглядит, наносить его нужно на лицо, на ночь, ну, в общем, тоже на него ссылку оставлю, очень про него хорошие отзывы. Оно, кстати, сейчас открыла, попробовала, оно такое по аромату, вот именно шиповником, именно плодов шиповника, ну, не знаю, в общем, попробую, тоже потом в каком-нибудь видео или влоге я вам расскажу, как мне понравилось или нет. И также я заказала себе вот такую кисточку от Eco Tools. У меня нету ни одной кисти вот этой марки. Сейчас я ее открою. Вот она вот так вот выглядит. Она стоила рублей 600. Это кисточка, видите, она такая дуофибра, очень мягенькая на ощупь. Но я попробую ее в деле. Это кисточка вообще для растушевки бронзера. У меня ни одной кисти, повторюсь, от этой марки не было. Я обычно заказывала Real Techniques с iHerb'а, а тут решила, что, ну, нужно попробовать. Тем более отзывы были достаточно хорошие именно вот на эту кисточку. И для бронзера, кстати, у меня и нет такой прям хорошей кисти. Поэтому решила взять. Но, смотрю, вроде бы не лезет, такая мягенькая кисточка. В общем, потом сделаю макияж, тоже расскажу вам. Так что вот такой вот у меня был заказ с сайта iHerb. Сейчас пойду попробую вот это и вот это. И сразу вам расскажу, как по вкусу, понравилось или нет. Но вот эти штучки я вам очень рекомендую. Девочки, если вы заказываете, я знаю, многие из вас заказывают на iHerb, обязательно киньте себе вот такую пачечку, потому что мои прямо ждут уже, когда я им дам. Но я в этот раз взяла одну. Не знаю почему, надо было две брать. Вот, и вот эти тоже попробуем. Вот сейчас попробовали с мамой и то, и то. Маме очень понравилось вот это. Да? Нет, ну что, прическа? Говорит, без прически не снимать. Вот, попробовали вот это. Вот это как тебе, вкусно? Это арахисовое. Вот, арахисовое, да. Да, арахисовое масло, но без добавок вообще. Вот такое ощущение. Ну, вот такое ощущение, что орешки потолкли и добавили жидкий шоколад. Ну да, но он не сладкий. Да вот они, вот он. Вот да, он, это видишь? Понятно, но он не сладкий. Он совершенно не сладкий. Совершенно. Тебе нравится? Ну да, вон они даже чувствуются. Такие, видишь, такие. Ну вкусы тебе будешь есть, спрашиваю? Да, особенно на печеньке. На печеньке. Так положить. Не вот эти, да, не вот эти, которые вот чисто синтетика такая вот. Вот так. А это топленое масло. Самое настоящее топленое масло. Это вообще молоко буйволец, пасшихся на зеленых лугах. Буйволец – это обыкновенная корова, только большая. Только большая? Да, вот
Я видела у них мясо у них такое очень. За место маргарина тебе подойдет? Да, на соусы хорошо. На соусе. Говорят, еще на нем жарят. Я сейчас попробовала на хлебушек. Многие пишут, что там с ароматом орешков каких-то, но я не почувствовала. Нет, нет, нет. Вот нет. Чувствуется именно такое хорошее топленое масло, которое прям молоком пахнет. Но молоком как коровьим таким. Очень вкусная вещь. Вот за место маргарина я вам рекомендую. Даже, знаете, это вот такой вот запах, вот когда бочки приезжают с молоком, вот открывают вот этот запах молока. Такой вот, или вот где корова, там ведро стоит с водой, с молоком. Такой, свежесдойного. Знаешь? Угу. Вот у нас так от белки пахло. От белки? Это коза была у бабушки. Ой, молочком тогда. Ну, в общем, это маме для соуса вместо маргарина. Чтобы она больше не ругалась на меня. А то она ругается, что я маргарин не покупаю. Кстати, можно было бы и... Кстати, представляешь, если делать... Ну? Если делать эти самые какие-нибудь... В тесто добавлять. Ну да. Ну вот я для этих целей заказала. Сразу большую банку взяла. Ну это небольшая. Чтобы... Это небольшая цель? Небольшая. Ну я тебе еще раз закажу. Нет, большая. Но это же лучше, чем маргарин обычный, который вот продается в магазинах. Да. Вот тут написано. На тосты шарить, по-моему. Ну да. И еще что-то какие-то щипцы, я не знаю для чего. Натурально молочком. Маме вообще мало кайфует. Сто лет такого не пахнет. Да? Так. Мама говорит, это как от козы пахнет. Ну, козочка там. Не, не козы, а молочко. Такое вот у нас была белка такая. Белка-коза была. Да, белочка. Так что все, вопрос с маргарином решен. Ну, временно. Понятно. Я открыла вот эти вот штучки. Сейчас тут. Зеленым чайком, который я вам показывала из, ну, вот этот Гринфилд, кстати, очень вкусный чай, даже для меня, без сахара зеленый пью всегда, зеленый только без сахара. И вот эти штучки, вот так вот они выглядят, но они по вкусу как суши, внутри там орешки, а вот это, я так понимаю, вот эти водоросли. Очень вкусно, прям вот как будто суши кушаете. Муж мне сказал, что соевого соуса не хватает сюда. Очень вкусненькие, я их буду заказывать еще раз, потому что мужу очень они понравились. И, кстати, хочу из предыдущего видео, вот где о средствах для волос, для роста волос, на мне была вот такая помада. Это Lancôme Cushion, вот такой он у меня уже давно лежит. Вот, оттенок 352, вот так вот называется. Его можно наслаивать, делать поярче и более такой розовый. Вот я в прошлом видео сделала не розовый такие. Ну вот это очень вкусная штучка. Мама меня тоже попробовала, говорит, вообще супер. Так что я сейчас буду с чайком. Сейчас хочу сказать по поводу вот этих красочек, которые я взяла. Это безымячная линейка. Взяла себе и маме. Честно скажу, решила не жалеть больше денег на краски и решила, что я лучше буду покупать хорошую краску, раз уж крашусь дома. Я думаю, многие со мной согласятся, да, раз не хожу в салон. У меня мама завтра как раз пойдет стричься, так что будет еще один влог. Покажу маму уже обновленную. Вот, у меня кто-то там писал, ну, о том, что вот, я там что-то маме покупаю, надо ее в салон сводить и так далее. Но... Мама себя хорошо чувствует, она поедет. Когда себя плохо чувствует, ну, конечно, уже никто никуда не поедет. Вот так вот выглядит этот тюбик. И это какая-то супер ухаживающая линейка от марки L'Oréal. Я ее никогда не пробовала. Вот, и мама у меня не хочет окрашиваться в салоне, потому что она помнит мой опыт неудачного моего окрашивания. И она сказала, что нет, Наташа, давай ты меня лучше покрасишь одним тоном, и все на этом. А также по поводу, помните, я вам показывала, что я окрашивалась Лондой, которая тонирующая краска такая была. Блин, опять освещение, я не могу. На самом деле время около 5 часов, и у нас целый день сегодня вот так пасмурно, я даже не знаю, кошмар какой-то. Но я надеюсь, что меня хорошо видно. Значит, по поводу Лонды краски, которая была тонирующая, меня многие про нее спрашивали, она мне нравилась, она хорошо держится на волосах, ну как вот она, у меня многие, наверное, заметили, она у меня на длине волос немножечко
подсмылась, то есть она стала уже, ну, здесь, потому что осветленные волосы у меня, поэтому здесь смывается, у меня и стойкие краски смываются. Поэтому это нормально. Но на корнях мне вообще нравилась эта краска. Но у меня от краски Лонда стала очень сильно чесаться голова. Причем я это не сразу поняла, что это у меня от краски. Я думала, что это от какого-то шампуня, может быть, какая-то реакция началась. Или что-то в этом духе. Но нет, я потом поняла, что от краски. Потому что я окрашивала корни и буквально смывала. И в этот же день вечером у меня начинала зудеть голова. Я не профессионал в этой области, но я начиталась в интернете сразу лезу в Google, вот, и начиталась в интернете, что там написано, что это может быть реакцией на краску или на оксид. У меня был полуторка там, и, в принципе, неплохо окрашивал, но, в общем, да, решила я поменять, и думаю, ладно, надо взять хорошую краску, 903 рубля, это она была со скидкой. В общем, я вам ссылки тоже оставлю. Это вот сайт SoColor, да, я уже говорила. Это там такая вкладочка есть. То есть вы заходите на фармакосметика, у них есть такая вкладочка SoColor. И там продаются вот профессиональные всякие средства для волос непосредственно. В общем, выбрала вот это вот. Ну, большой оксид, он мне в любом случае тройка пригодится. Потому что мои оксиды почти все закончились. И маму я тоже хочу попробовать на тройке окрасить, несмотря на то, что у нее седые волосы. Почему? Потому что у нее волосы тонкие, даже седые. Я боюсь ей пережечь их, поэтому, да, решила начать с тройки. Посмотрим, если не возьмется, тогда я сбегаю, куплю шестерку, наверное, ей. В общем, посмотрим. Так что следующий влог у меня будет уже наведение красоты моей мамы. Она поедет подстрижется, сделать прическу, и я ее потом покрашу. Вот. Ну, на сегодня я буду заканчивать свой такой небольшой влог. В принципе, время уже 5 часов, и скоро будем ужинать. Надо делать уроки старшему сыночку. Кстати, моим деткам понравилась вот эта паста с орешками, особенно старшему очень понравилась. Это лучше, чем даже нутелла, даже и какие-то все вот эти вот штуки. Так что я теперь вообще, я Хёрп очень люблю и тоже вам рекомендую заказывать. И не знаю, мне вот эта посылка, кстати, вообще очень быстро пришла, буквально за неделю. Но это у меня не Почты России, а Pony Express, по-моему, или что-то в этом духе. Ну, там можно выбирать. Вот. Так что ссылки я вам все оставлю внизу в инфобоксе. Переходите, смотрите. Ну, а на сегодня буду заканчивать. Всех люблю, целую и до новых встреч.